Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз распаковка связана уже, как поняли, во-первых, по названию, во-вторых, по упаковке. Связана с стеклом для смартфона. Решил я тут заменить пленку на смартфоне Asus Zenfone Max Pro M1 на стекло. В результате заказал я два стекла. Пришло в таком вот варианте, как обычно. Кстати, есть у меня уже на канале заказан тоже два стекла, но только для другого смартфона. Это HTC Desire 725 Dual SIM. Сейчас решил заказать непосредственно для Asus. Единственное, мне не нравится немножко пленка, и стекло более будет защищать непосредственно эту поверхность, а именно поверхность экрана. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте посмотрим, что нам пришло. Как обычно, две салфетки и три стикера для того, чтобы убирать грязь непосредственно на стекле. И пришло два стекла. Одно я уж не буду доставать. Вот такое вот стекло пришло. С одной отклеивающей поверхностью. Сейчас мы его установим, посмотрим, как оно себя ведет непосредственно на экране этого смартфона. Сразу же хочу сказать, что я уже примерял ее, и чуть-чуть из-за того, что поверхность экрана недостаточно прямая, а к углам загибается. Здесь радиус. Поэтому чуть-чуть вот эти вот черные рамочки наступают на экран. Где-то один пиксель возможно. Сейчас посмотрим, как это делается. Так, давайте устанавливать данное стекло непосредственно на смартфон. И смотрим.
Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.